Всем здравствуйте! В самом конце августа, неожиданно для всех, Алла Пугачева вернулась в родную страну. И каково же было ее удивление, когда практически сразу вызвала шквал критики в свой адрес. Да, Алла Борисовна сдержала слово и вернулась на родину, но сейчас ее поступок расценивают как слабость. Поговаривают, что у знаменитости закончились деньги, поэтому она решила вернуться в родные края. Больше всех нелестных комментариев дал известный телеведущий. В одном из эфиров он сначала сравнил певицу с отбросами, а теперь решил пойти еще дальше и призвал Аллу Борисовну ответить за свои поступки. Пугачева, вернувшаяся в страну, обещала рассказать все. «Алла Борисовна, время пришло. Давайте, начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличных, начиная с 90-х годов, за поддержку разнообразных кандидатов? Я помню ваше участие в избирательных кампаниях, в губернаторских. Просто чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви», – заявил телеведущий. Пока Примадонна никак не отреагировала на жесткие высказывания. Отметим, что 1 сентября, когда она вместе с детьми приехала на школьную линейку, то заявила перед журналистами, что хочется кое-кому набить морду. Кто бы это мог быть, пока не уточняется. Буквально через несколько часов после этого Алла Борисовна в публичном пространстве опубликовала серию снимков. «Очень жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», – подписала один из кадров исполнительница. Напомним, дети Аллы Борисовны проходят обучение в элитной гимназии, расположенной в деревне Липке Одинцовского района. До последнего не было известно, придут ли двойняшки на линейку. Как оказалось, ребята все-таки посетили праздничное мероприятие. Будем надеяться, что Примадонна даст более подробные комментарии относительно своего пребывания в стране. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!